КазЭкспоАудит проводит испытания. Множество испытаний. Производители. Инжиниринговые организации. Логистические компании. Поставщики и дилеры обращаются в КазЭкспоАудит для проведения испытаний и получения сертификатов соответствия продукции практически для любой сферы жизнедеятельности человека. Все начинается здесь, в Казахстане, в Алматы. В главном испытательном центре КазЭкспоАудит. Многие хотят попасть в испытательный центр, чтобы увидеть, как проводится испытание. Ведь испытание – это серьезное дело. Со множеством секретов. Мы много инвестируем в новейшее оборудование и в новые направления деятельности. Около 100 миллионов в год. Мы постоянно развиваемся, достраиваем здания, расширяемся. Наши партнеры нам доверяют и рекомендуют КазЭкспоАудит коллегам и друзьям. Потому что у нас есть ряд конкурентных преимуществ. Мы понимаем, чтобы быть конкурентоспособными, нужно быть лучшими во всем. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, в КазЭкспоАудит работают свыше 80 квалифицированных специалистов в более чем 100 областях. От химии до механики, которые делают свою работу здесь, каждый день уже на протяжении 20 лет. Так что же представляет из себя испытательный центр КазЭкспоАудит? В первую очередь, это самая крупная в Казахстане аккредитованная лаборатория, оснащенная современным оборудованием для проведения испытаний средств и индивидуальной защиты. В ходе проведения работ на высоте человек должен иметь возможность выполнять работу, связанную с риском, и при этом гарантированно защищен от последствий. Испытания средств защиты от падения с высоты проводятся на таком специализированном стенде. Конструкции и размеры нашего стенда позволяют проводить испытания современных анкерных линий с увеличенными межпролетными интервалами. Моделируется ситуация, аналогичная одновременному падению всех пользователей, например, их 7. Линия должна надежно останавливать падение всех испытательных грузов. При этом ни одна из частей анкерной линии не должна выйти из строя. Прогиб линии также имеет значение. Регистрация данных осуществляется единой компьютеризированной системой, одновременно фиксирующие показания датчиков нагрузок и позволяющие в графическом виде анализировать зафиксированные процессы. Если задуматься, ведь работник опасного производства в прямом смысле доверяет свою жизнь и здоровье тому или иному спасательному ремню, защитному костюму, спецобуви, респиратору, каске или очкам. И только здесь, в процессе испытаний, можно определить, до какой степени вы действительно защищены. Поэтому испытуемые образцы подвергаются настоящим пыткам. Возьмем костюм сварщика. Он выдержит легкий душ из не менее 30 капель расплавленного металла и 50 секунд тесного контакта с нехромовой проволокой, нагретой до 800 градусов. Современные защитные подноски спецобуви выдерживают удар до 200 джоулей.
Примерно с такой силой падает 20-килограммовая балка с высоты 1 метра. Не правда ли, качественная обувь окажется весьма кстати для пальцев ног в такой ситуации? Ваша спецобувь скользит? Будьте осторожны! Только в этой лаборатории вы можете проверить противоскользящие свойства подошвы по различным поверхностям. Чтобы не стать жертвой несчастного случая, убедитесь, что ваша сигнальная одежда обладает достаточным светоотражением, а ваш утепленный комбинезон не позволит вам замерзнуть зимой. Средства защиты органов дыхания – отдельный акцент внимания и отдельная гордость испытательного центра «КАЗ-Экспоаудит». Ведь эти полумаски собираются отправиться в самые загрязненные условия – на опасное производство. Качественная фильтрующая полумаска должна обеспечивать хорошее прилегание к лицу и обладать низким сопротивлением дыханию. С помощью этой установки мы проводим измерение начального сопротивления постоянному воздушному потоку. Полумаску плотно надеваем на голову манекена, устанавливаем требуемый воздушный поток, измеряем сопротивление вдоху и выдоху. Одним из важных показателей также является содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе. Данная дышащая установка почти идеально имитирует процессы дыхания человека. Фильтрующая способность материала – одна из ключевых характеристик, обеспечивающих защитные свойства. На этой испытательной установке мы определяем эффективность фильтрующего материала. Мы пропускаем тест вещества и смотрим остаточную концентрацию. Вредные частицы могут попадать под полумаску не только через фильтрующий материал и возможные клапаны выдоха, но и через зазоры в местах прилегания маски к лицу. Влияние всех факторов вкупе учитывает коэффициент проникания. Это отношение концентрации тест-вещества под лицевой части полумаски к концентрации вещества в пространстве испытательной камеры. К этим испытаниям мы привлекаем 10 практически здоровых людей без бороды и бакенбардов. Наш центр направляет на испытание государственную символику. Чтобы определить строгое соответствие цветов и физических характеристик требованиям стандартов. Это вопросы государственной важности, потому что герб и флаг являются символами свободы и независимости нашей страны. С гордостью могу сказать, что наша компания единственная в Казахстане, получившая государственную аккредитацию на право проведения таких исследований. Где бы мы ни находились, электромагнитные волны окружают нас повсюду. Но так ли они безобидны? Электронные и радиоустройства влияют друг на друга. Они способны внести разлад в работу целой системы, нарушить ритм, скажем, вашего кардиостимулятора, или изменить ваш голос по телефону до неузнаваемости. Специалисты лаборатории по электромеханическим испытаниям как раз и занимаются проверкой электромагнитной совместимости устройств. Испытания на электромагнитную совместимость и акустические показатели проводят без эховой экранированной камеры, которая представляет собой изолированную комнату, стены которой снаружи покрыты металлическими пластинами, а внутри радио- и звукопоглощающим покрытием для предотвращения отражения и наложения электромагнитных и звуковых волн. Если вы зайдете в такую камеру, ваши сотовые телефоны перестанут принимать сигнал сети. В испытательном центре КАЗ-Экспоаудит успешно проводятся всевозможные электромеханические испытания. Здесь проверят металл на прочность. Устойчивость к вибрационным нагрузкам, которая является важным показателем большинства технических и бытовых средств. Повлияют ли дождь или снег на работу уличного оборудования и внешних устройств? Электрические приборы, кабели и шнуры пройдут испытания по всем электротехническим показателям.
Стойкость коррозии металлических частей и материалов проверится с помощью этой камеры соляного тумана. Температурная камера поможет создать условия повышенных или пониженных температур для проведения последовательных испытаний. Металл, пластик или ткань. Подобные материалы проверятся на разрыв методом бесконечного растяжения. За 20 пройденных лет от первой пробирки до первого места среди испытательных центров по уровню оснащенности лаборатории современными высокоточными средствами измерений КАЗ «Экспоаудит» доказал многим, да и сам себе, что любовь к своему делу, сплоченность и наука делают свое дело. Человечество перестало пользоваться только тем, что дает природа. Синтезируются все новые и новые вещества и материалы. Пищевые продукты увеличили срок годности и красиво упакованы. Все это делает нашу жизнь более комфортной. Но при этом хочется быть уверенными в безопасности косметической, детской, пищевой, да и другой продукции, окружающей нас повсюду. Современные высокоточные приборы, такие как газовый хроматограф, жидкостный хроматограф, атомный спектрометр, анализатор изображений, регистрирующий индекс токсичности, позволяют определить за минимальное время весь спектр показателей безопасности от канцерогенов в зерне до органических веществ, выделяемых различными пластиками, например, в игрушках. Учитывая, что Казахстан является активным экспортером зерна на мировой рынок, очень важно отметить, что в испытательном центре «КАЗ-Экспоаудит» есть все возможности для проведения полного спектра испытаний с целью доказать полную безопасность зерна и хлеба. «КАЗ-Экспоаудит» имеет высокие достижения на международном уровне. Этому свидетельствуют различные награды и сертификаты компании, такие как премия «Европейский грант», присужденная в Каннах, а также медаль за безупречную бизнес-репутацию, медаль за большой вклад в работу Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации, генерального директора «КАЗ-Экспоаудит» по случаю 25-летия независимости Казахстана удостоили юбилейной медалью за вклад в развитие страны. Регулярно подтверждаются сертификаты ISO 9001, выданные IQNET и Русский регистр. Результаты испытаний центра признаются на международном уровне ввиду аккредитации в системе ILAC. КАЗ-Экспоаудит твердо идет в будущее, анализируя рынок спроса и выявляя дефицитные направления, старается своевременно их покрыть. Придерживаясь гибкости в вопросах цены и сроков там, где это возможно, компания прикладывает максимум усилий для достижения взаимопонимания с клиентами, поддерживая долгосрочные отношения. Всего более 500 единиц измерительного оборудования в испытательном центре «КАЗ-Экспоаудит». Здесь проводятся последовательные испытания. Процесс испытаний никогда не останавливается. КАЗ-Экспоаудит продолжает проводить испытания каждый день. Уже 20 лет.